уважают. Это настоящий большой дирижер. Я ему желаю еще много-много лет жизни, творческой радости и на сцене, и в жизни. И эта специальность сама диктует продолжительность жизни и на сцене в том числе. Это сам долгожители как раз дирижеры. Вот, так что все у него есть. Вот, дай бог, чтобы так и продолжалось, динамично, и были бы новые премьеры, и я буду с радостью также приезжать, как я и приехал на презентацию его первого концерта в Казани. Я приезжал. И, естественно, приеду опять. И он ко мне тоже приезжает. У нас нет важнее дел в наших графиках, которые могли бы перевесить, так сказать. Вот если ему надо, я там. Если мне надо, он здесь. Так что желаю ему радости, успехов и здоровья.